Александр Кушнарев задает вопрос. Так, что делать, если обяжут вакцинироваться всех, кто предоставляет услуги населению? Такое периодически происходит. Я слышал, вот Марина Литвинович у меня в ленте Фейсбука написала, что якобы врачей обязывают в некоторых больницах вакцинироваться против ковида, и они увольняются. Я считаю, что это правильное решение, потому что вакцины, на мой взгляд, не может существовать на сегодняшний день. Напомню, ответ господина Пескова, что Владимир Владимирович не может принимать в эксперименте, потому что он является президентом. Так вот, я тем людям, которые заявляют, что есть российская вакцина, могу только сказать, будь как Путин, не прививайся в качестве эксперимента, прививайся только вакцина. Поэтому ко всем остальным, будьте как Путин. До тех пор, пока Путин не привьется, надо все-таки поддерживать нашего главнокомандующего и президента во всех его начинаниях. Вы ничуть не хуже, чем этот президент. Поэтому, если у вас есть такая возможность, отлынивайте по максимуму, потому что вакциной это назвать нельзя. Это, во-первых, в строках по краю происходит эксперимент. А если есть возможность, ну, в общем, как говорится, коррупция спасет нашу страну. Помните об этом, и это базовое.